пошел к себе домой. От семи смертей убежал живой. Нес семье гостинцев в рюкзаке потертом. У околицы встретился сосед, обнял и сказал: дома больше нет. Мать отца сестру не вернуть из мертвых. И в этот светлый день он сошел с ума и молчал два дня и две ночи. И лишь на третий день ушел, взяв автомат, понял тут солдат, чего хочет. Пересек границу, пришел в страну, с кем совсем недавно вели войну. Голод да стервятники, снег да кочки. Стал искать деревню подходящую, между двух рек у леса лежащую, с домом, где живут мать, отец и дочка. И в этот светлый день он сошел с ума и молчал два дня и две ночи. И лишь на третий день ушел за автомат, понял тут солдат, чего хочет. Станете вы платой за гибель близких, и в глаза глядят, и молчат в ответ. Девушка, старуха и безногий дед, и на бедной скатерти пустая миска. И молча сев на стул, он сошел с ума, развязал рюкзак и разулся, и в угол зашвырнул штык и автомат. Я принес поесть, я вернулся.